Вам надо как-то быстро подняться на огромную высоту? Не вопрос. С разбегу залетаем в наш лифт и просто поднимаемся. Вот и все. Здорово, ребят, с вами Владус. Сегодня у нас обзор очень и очень полезного и офигительного мода. Это на самом деле так. И вот, ребят, кто досмотрит этот обзор до конца, обязательно в коммент напишите свою оценку этому моду. Вот мне реально интересно, что вы о нем думаете. Погнали! Ну что ж, этот мод реально кошерен. Первое, что он добавляет, это вот такой блок. С виду обычный какой-то каркас, да? Но на самом деле, это не просто каркас. Это сверхмощный ультралифт 2000. Да, вот такой вот блок, способный запросто вас поднять на любую высоту. Причем буквально за считанные секунды. Ну а в руке он смотрится просто великолепно. Что ж, ну допустим, я вот поднялся, да, и что мне теперь делать-то? Ну тут как? Либо поставить рядом блок, либо сломать все под собой, либо поставить тот лифт, который спускает назад, и застрять во временном континууме. А чё, нормально? Но на самом деле все реально гораздо проще. Есть тот блок лифта, который спускает вас вниз. Да, вам не придется самому скатываться. Он сделает все за вас. Они вообще никак не различаются, так что остается вам их просто не путать. Дальше на очереди у нас идут вот такие лифты. Чем они отличаются? Вот этот у нас для мобов, а вот этот у нас для вещей. То есть реально, заспавнив моба, вы можете просто его отправить наверх. И это довольно круто, потому что он в принципе ничего не сделает. Вы сами с ним сделаете то, что захотите. Это же ведьма Нига! Ну а спускать вниз этого моба по вашему желанию. Либо в лифте, либо вот так. Что ж, а вот этот лифт у нас для вещей, и просто моба он там не поднимет. Да он и вас, в принципе, не поднимет, как и вот этот лифт. Давайте попробуем так кинуть вещь. Ну-ка. Он ее просто поднимает, как не знаю что. Я уже сам хотел прыгнуть. Ну и также понятно, что есть такие же лифты, только вниз. Итак, следующая очень интересная вещь, которая добавляется, это вот такой конвейер. Это реально классная вещь, потому что он, ну, очень вас сильно ускоряет. И можно проложить вот такую хрень вообще хоть где. И это довольно четко. Также есть вот такой, так сказать, пол из решетки. Ну это так просто, знаете, уже украшение. Тематический пол, так сказать. Но он, кстати, довольно круто выглядит. Вот эти конвейеры вы можете сделать абсолютно в любую сторону. Даже можете делать вот такие развилки. И это примерно, смотрите, как будет работать. Нормально. Кстати, это все дело довольно тяжело крафтится, поэтому я советую вот как делать. Вот у нас обычный лифт, но вы можете, в принципе, экономить и делать его вот таким. И да, я вам скажу, это работает, и вы все равно будете подниматься с такой же скоростью. Но это еще не все. Можно делать 2 через 2. Серьезно? Да, серьезно. И даже 2 через 2 он будет спокойно работать, при этом сохраняя вашу скорость. Это вообще вот реально, практично и экономично. Кстати, та же самая хрень работает и с конвейерами. Если вы их сделаете прерывистыми, то все равно можете бежать по ним. Но, по-моему, все равно тут скорость чуть теряется. Ну и ладно, хрен с этим. Зато дешево. Главное, дешево. Ну что ж, с этим понятно. У нас остается офигительная часть. Вот просто давайте, ставьте лайкос, я покажу вам ее. Поставили? Ну давай. Ну все, давай, погнали. Это вот такой офигительный эскалатор. Это просто нечто. Вот в старых версиях этого мода такого здесь не было. Вы посмотрите, как он выглядит. Вы посмотрите, насколько он шикарен. Он серьезно, мне очень и очень нравится. Че, давайте затестим его и... Во, видели, видели, видели? Точно такой же, только вниз. И вы спускаетесь без какой-либо помощи. Я считаю, что это прям вообще. Вот мы поднимаемся по эскалатору. Вот так вот. А вот мы поднимаемся по лесенкам. Ну, конечно, скорость примерно одинаковая. Но представляете, если замутить такой эскалатор, чуть ли там не под небо. Вы просто такие, оп. Ну, спускаться можно, конечно, быстрее, вот так. Но это тоже не всегда вариант, понимаете ли? Так что я думаю, что эскалатор это прям вообще нужная вещь. Можно сюда поставить такой же бустер, еще и с разбегу на него залетать. Ха, вообще нормально. Кстати, Дани сказал, что такие бустеры есть еще и для мобов, и для вещей. То есть вот так. Это очень круто, и из этого можно делать прям огромные конвейеры. Что ж, я не рассказал еще про самый последний лифт. Он переводится как ездовой. Ну и что вы думаете? Да, он действительно для этого и предназначен. Жуп. И он поднимает вашу тележку. Я так не понимаю, зачем это, если вы с разгона, в принципе, можете просто тупо вылететь из него. Ну, просто знайте, что он есть. Ну что ж, дело остается за малым. То есть, за вашими любимыми крафтами. Погнали. Я очень быстро пробегусь по ним, потому что мне, ну, самому неохота рассказывать все эти крафты. По сути, вы сами можете скачать да посмотреть их. Ну ладно, скажу сразу, что здесь все крафтится довольно дорого, и это очень и очень справедливо. Посмотрим, как крафтится лифт. Он крафтится из своеобразной базы, редстоуна, шести стекол и, так сказать, своеобразного вектора направления. Ну а то есть вектора вверх. Вот так крафтится этот вектор, и еще один, все. А вот так крафтится, собственно говоря, база. И крафтится их 4 штуки. Но здесь при этом еще нужны железные палочки. А палочка крафтится вот таким простейшим способом. Дальше конвейер. Конвейер крафтится вот таким образом. Эскалатор крафтится вот так. Все очень просто.
Что ж, на этом все. В общем так, этому моду я ставлю оценку 5. Вот просто однозначно пятерочка. Я бы даже с плюсом поставил. Обязательно пишите, какую оценку ставите вы. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И, конечно же, топите лайкос. Ну а с вами был Владус, всем до новых встреч и всем пока.